Вьехо. Мы наконец-то выбрались. Вау. На этот вертолет зайдем, начнем. Ох, мать знаю. Хороший такой вертолет. Угу. Вот, обратите внимание. Классно. Смотрится. Тут, думаю, очередь. О. Вот есть еще вот такой вот Ми-8 МТВ-1. Есть вот еще такой же. Вот это. Ой, ё. Ми-6А. Все так на это. Вот Ми-100, Ми-100К. Вот вертолет огроменный. Вот. Обратите внимание, сколько он огромный. С их размером.
А если ты еще вот такой вот, только это маленький вертолет. Это СССР 664-659. Это махина. Это непонятно, какая это марка. Феррари или ты, или не Феррари? Тут не могу понять, что это. Toyota Solaris. Toyota Solaris. Какая нормальная тачка. Вот обратите внимание, какая машина стоит. Ты куда ее исчез? Всяких машин стоит, есть BMW, вот такой вот такой. А вот и это автомобили. Один. У меня родственника такая была. Газель. Газелька такая. Волга. Такая стоит. Вау, это похоже на Запорожец. Непонятно, это Запорожец это или нет. Я ничего не могу понять. По-моему, это Запорожец. Это тоже какая-то машина. Иш 29-26 и так, ну как. Вот. Смотрите, сколько вертолетов собралось. Ну что? Покатили дальше. Что? Что дальше? Вот такая еще машина есть. Да. Руша, иди сюда, на руку. Какой-то, извините, какой-то мужик мешается. Проведением съемок. Вот эксклюзивная Toyota. Там обалдеть, какая классная. Это китайская. Вот какая классная машина, смотрите. Его, что ли? Это вот. Это Шевроле Камаро. Класс. Это вот. Крайслер. Тоже интересная модель. Тоже интересная модель. Что, пошли дальше? Пойдем.
А то, что он есть. Пойдем. Если кормежка все бесплатная, не? Что-то кормежка бесплатная, то пахнавая. У нас деньги. Ресторанчики. Кормежечки. О, как вкусно пахнет. О, у меня ж, по-моему, глаза потемнело. Вот всякие фудкорты интересные. Такие вертолеты, самолеты. Вообще класс. А-74-009 вертолет. Самолет. Вот такой вот обалденно огромный. Ютеровский. Тут все самолеты Ютеров. Вот Ан-24-РВ. Конечно, со спать там у них тут вообще проблема, так скажу. О, ставьте лайки. Так, ну что, а мы идем ближе к выходу, да? Тут народу очень много. Подписываться. Значит, всем пока.